Недавно токен Ultima был добавлен в листинг криптовалютной биржи CoinW. По данным CoinMarketCap, CoinW входит в топ-50 криптобирж, а суточный объем торгов достигает 1 миллиарда. За 6 лет криптобиржа объединила более 7 миллионов пользователей по всему миру и заняла 8 место среди мировых бирж. В этой инструкции мы покажем вам, как зарегистрироваться, пополнить баланс, приобрести Ultima с биржи CoinW. Для начала работы вам необходимо зарегистрироваться на криптобирже. Для этого перейдите на биржу и в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Register». На бирже можно зарегистрироваться двумя способами – используя телефон или электронную почту. В данной инструкции мы продемонстрируем, как зарегистрироваться с помощью email. Итак, введите свой адрес электронной почты и придумайте пароль. После этого нажмите на кнопку «Send code». Вам будет предложено верифицироваться, выполнив простое задание. После завершения верификации на вашу почту придет письмо с кодом. Скопируйте код и вставьте в соответствующую строку. Согласитесь с условиями и нажмите на кнопку «Register». Теперь вам необходимо пополнить баланс на бирже. Для этого в верхнем меню выберите «Wallet» – «Депозит». На открывшейся странице выберите криптовалюту, которой хотите пополнить баланс, и нужную сеть. Мы покажем это на примере токена USDT сети TRC20. Появится QR-код для пополнения, а также адрес, который можно скопировать. Отправьте криптовалюту на данный адрес любым удобным вам способом. Дождитесь обработки транзакции. Когда обработка завершится, вы увидите, что баланс вашего кошелька увеличился. Теперь вы можете сделать первый ордер. Для этого в верхнем меню выберите раздел «Trade» – «Spot». Перейдите в раздел поиска, нажав на значок из трех горизонтальных линий, и в строке поиска введите название криптовалюты, которую хотите купить. Давайте найдем пару Ultima USDT. Нажмите на пару в строке поиска. Откроется график пары. Вы можете купить Ultima по рыночной, то есть текущей цене, либо установить лимитный ордер на желаемую цену. Вы также можете установить стоп-лимитный ордер, который позволяет вам одновременно установить стоп-цену и лимитную цену, чтобы контролировать цену исполнения вашей сделки. Выберите желаемый тип ордера. Укажите цену, за которую хотите купить Ultima, в случае лимитного ордера, а также количество Ultima, которое хотите приобрести, и нажмите на кнопку «Buy Ultima». Готово! Вы приобрели Ultima на бирже CoinW. Чтобы воспользоваться токенами, их нужно перевести на кошелек Smart Wallet.